сегодня такое солнце, посмотрите. Голубое небо, сразу настроение другое. Вот я не знаю, почему солнце так влияет. Алин, куда ты едешь? На каток. Возьмем в аренду коньки, будем кататься. Марк у нас на удивление спокойно сидит. Сейчас будет спать. Сейчас 12 часов, так что мы покушали, детки сытые. Едем гулять. У нас 4 часа английский, так что мы сейчас на каток, потом кафе, а потом английский, да, Алин? Ну что, мы подходим к катку. Я, кстати, на этой остановке еще ни разу не выходила. Посмотрите, как здесь красиво. Отель, смотри, совой бутик. Красивый отель, да? Угу. Тоже такое старинное здание. Отреставрированное, мне кажется. Приехали, каток вот здесь находится. Сейчас попробуем туда забраться, я не пойму. Нам по ступенькам придется сейчас тащить коляску. Смотрите, все какое старенькое здесь. Вот каток. Сейчас его как раз чистят. Смотрите, какой вид здесь на старый город. Сюда мы еще не заходили. Красиво. Посмотрите, какое здесь все зеленое. Это мох, наверное, да? Ага. Спускаемся. Марк у нас все спит и спит. На, здесь так красиво. Посмотрите. А там дальше погляди, какая красота. Мне вчера, кстати, сосулька на лоб... Ай! Я прям под душ попала. Мне вчера сосулька на лоб попала. Сегодня четверг, сейчас час дня. Смотрите, сколько народу. Надо было приходить сюда в 10 утра. Мне кажется, никого бы не было. Видишь, школьники уже подтянулись. Ну, много народу, конечно, толкучка будет. Но будем день с краю кататься. Стоим в очереди за коньками. Думаем, брать, не брать вот этого... Кто это такой? Тюлень, да? Бобби он называется. Мы видели на московском катке пингвинчики прикольные. Алинка хочет пингвина, а здесь нет пингвинов. Ну, Алин, возьмем тюленя. Или можно бесплатно взять вообще вот эти штуки. Аренда Бобби стоит 5 евро. Коньков аренда 3 евро и вход на каток 5 евро, как-то так, 5-7 евро. Все, пойдемте, малыши, к Наде. Ну, надо коньки одеть. Пойдемте, малыши. Смотрите, какие шарики, да, Марк? Нет, Марк, их нельзя трогать, котенок, пойдем. Вот, видишь, девочка взялась за вот этого Бобби и катается. Будешь так? Будешь? Вот так будешь кататься. Не знаю, насколько это удобно, конечно. Сейчас улетит он, нет? Ну, если отпустить, то улетит, да. Сейчас его привяжем куда-нибудь. Чуть-чуть одели, на улице плюс. Мам, вот это. Надо будет с папой потом прийти, да, Алин? Да. Папа тебе знаешь, как себя тянет? Он... Я сама никогда хорошо не затягивала. Марк, иди сюда, ты где? Вау, какие беленькие, красивые? Да, мои любимые. Смотри. Алина, ты счастлива? Да. Сейчас она, мне кажется, не сможет на них кататься, скажет, все, домой поехали. Хотя, кстати, мне кажется, даже на Марка размер есть коньков, там вообще какие-то малюсенькие. Марка можно было бы конькам приучать. Вот вырастет Марк, надо будет коньки купить, чтобы свои коньки были. У нас наши коньки остались в России. Вставай, Алин. Ну что, Алинка красотка? Да. Тебе нравится? Не хорошо. Небольшие? Я буду с Марком, а Надя будет кататься полчаса, потом поменяемся с ней, я покатаюсь. Алина, сейчас упадешь, стой. Мы сейчас еще Бобби вытащим, будешь с Бобби. А? Красотка. Что ты хочешь? Он сесть хочет на Бобби этого. Смотри, сейчас еще не встанешь на лед. Я вообще 100 лет не каталась. Что? Убрать? Убрать шарик? Давай руку. Она еще может на него сесть, Надь, а ты катай. Алинка становится первый раз на каток. Сейчас она как? Бултыхнется. Она думает, это так легко, смотри. Она, держи ее очень хорошо. Давай, давай, давай. Поехали. Пойдем. Все. Нравится, Алин?
А может пешком? Посмотрите, стоит. Ну, Алин, ножками перебирай, держись за него. Давай, езжай ко мне. Давай ко мне. Ножками перебирай. Боится, видите? Ну ладно, сейчас. Алинку забрали. Там девочка 4,5 года на коньках катается сама. Алинка не хочет пока. Смотрите. Поехала с тетенькой. Сейчас я коньки одену и тоже поеду к ним. Алина хочет так же, как девочка, ездить. Видите, плачет, смотрите, не может. Вставай. Ну ты сейчас упадешь. Давай об стеночку встанем. Подожди, я тебя отвезу к стене. Подожди, сиди, сиди. Попробуешь? Алина, мама сама плохо ездит. Давай, вставай. А стенку держись. Вот такой у нас здесь вид. Смотрите, как красиво. И музыка такая приятная. Вон девочка с тобой. Алин, держись крепко только. Алинка поняла, что делать. Смотрите, передвигает ножками. Но ей еще, конечно, далеко до того, чтобы как девочка вот так бегать. Ну что, здорово, Алин? Тебе понравилось? Давай, давай. Скоро научишься и будешь с девочкой бегать, да? Смотрите, как 4,5 малышки, как Алине. Алин, сможешь быстро ехать? Она говорит, я еще маленькая. В общем, если бы, конечно, почаще приходили, она бы потихонечку научилась. У меня муж очень хорошо умеет кататься на коньках, а я за всю жизнь, мне кажется, 7 раз стояла максимум. Так что я очень плохо катаюсь. Приезжай ко мне. Подружкой? Может, ее покатаешь, она сядет? Устала? Устала? У нас там Марк, мне кажется, меня заждался. Алиночка, ну что, пойдем к Марку, он скучает по нам. Девчонки так катаются, классно. Алин, ну поехали к Марку. Алина! Я только с подстраховкой ездила. Марк отпустил шарик, он улетел. Все, Марк? Ну что, научилась кататься? М? Да. Понравилось? Да. Папа, теперь будешь просить, будем каждые выходные ездить, да? Да, только я не хочу с Бобби. Больше не будешь с Бобби ездить? Да. Будешь одна ездить? Ну все, видишь, научилась, да? Все, хорошо, давай раздеваться. Где будешь? Как девочка? Да, будешь одна. Видишь, даже без Бобби уже хочет. Тебе понравилось кататься? Хоть вспомнили, что это такое. Марк с таким шариком. Мы стащили шарик новенький ему, потому что он очень плакал, просил. Пошли, пошли, малыши. Ждем Надюшку, она зашла за шоколадками. И слушаем. Samba,
У нас тут концерт. А над городом летят облака, раскрывая небесный свет. Желтый дым, но не наталин. Город тысячи лет, прошитый под светом звезды по имени Солнце. Меню, конечно, очень маленькое. Надя хочет тыквенный суп себе, а я думаю, блинчик деткам заказать вот такой с мороженым и с шоколадом. Кафе называется на русском «Бабуля». Очень, конечно, странное название. Напрыгались, набегались. Надюшке принесли тыквенный супчик, Алиночке с Марком блинчик с мороженым и шоколадом, а еще банан здесь есть, только блинчик не похож на блинчик, я не знаю, что это такое. И нам с Надюшкой вот такой тортик Павлова, я, кстати, ни разу не пробовала, сейчас посмотрим, что это такое. Мне кажется, это просто безе, да? Попробуем. Чайничек такой винтажный, мед и вот такие кружки. Марк! Красавица. Мне кажется, нас больше в это кафе не пустят. Посмотрите на них. У нас тут такой склад вещей. Марк! Марк! Алина, иди сюда, пожалуйста. Так уютненько, посмотрите. Сегодня 14 февраля. Посмотрите, как у нас школа английского украсили. Все в сердечках. Тут надпись. Молодцы такие, постарались. Крыста. И в огоньках все видела, Надеж? Ждем Алинку, она сейчас заканчивает. Папочка пришел с работы, смотрим, что купил. По традиции, вот эти вот он очень любит хлебцы с шоколадом. Мне творожочек взял, 3%. Я не кушала. Тебе тоже не нравится? Ой, целое пакетище. Манго. Не нравится. Груш взял. Я очень люблю них. Творог мне взял обезжиренный, а другой 3%. Алин, ногу убери со стола, пожалуйста. Ты зачем ногу сюда поставила? Вам так не... Еще манго. Бананчики. Нам для кашек, да? И помело. Отлично, столько полезностей. Молоко. А, и молоко закончилось, да? Ой, смотри, кто это такие? Это буква А. Молодец. А это буква Л. Л, Л. Вот это а вот. А это английская L, а это английская A. Папочка у нас чистит, режет манго. Посмотрите на этого человека. Сразу все. Манго для него самое-самое любимое из всех. Все-таки как здорово цветы украшают пространство. Жалко, тюльпаны уже почти завяли. Думаю, завтра-послезавтра будем выкидывать. Сейчас с Надюшкой готовим салатик. Она уезжает уже через пару часов, поэтому мы плотно обедаем перед ее отъездом и едем провожать ее на вокзал. У нас вот такой вот салатик. Ну, я вам показывала. Готовлю из всех овощей, которые есть в холодильнике. Добавлю моцареллы, кунжутное масло, семечки. Ну, стандартно. И, наверное, сейчас сделаем еще котлетки из чечевицы. Посмотрите на этого мальчугана. Посмотрите на этого сладкого мальчиша. Такой сладкий крокозябрик. Съем. Съем. Вот иногда съесть его хочется. Когда он себя хорошо ведет. Еще поводоем. Что ты там приготовила? Догоню. Ну что, мы собрались. Едем на вокзал провожать Надюшку. Ждем такси. Хотим сейчас зайти в Калев. Надя хочет привезти конфетки своим друзьям эстонские. Помните, я вам показывала, это Балтийский рынок? Здесь такие палаточки, а там, если зайти, уже как настоящий рынок будет. Вот Калев, Надя. Цветочный какой-то отдел. Вот, там все от Калев. Ну что, мы тебя тут подождем, сама зайдешь? Ждем Надюшку уже минут 10, она застряла в магазине. Все, пошла на кассу. Хочу еще забежать в рыбный отдел и купить скумбрию, потому что скумбрия продается только вот в этом месте в городе, больше нигде не видела. Все, прощаемся с Надюшкой. Ну что, хорошего тебе пути.
проводили Надюшку, хорошо провели эти 5 дней, нагулялись, наболтались. Так что она отправляется домой, теперь не знает, когда к нам приедет, но мы бабушку в марте ждем. А там посмотрим уже, кто следующий к нам приедет. Thank you.